«Сокровище Брюса Ли». Продюсер Роберт Джеффери. В главных ролях Чан Синг, Брюс Ли, Чиунг Ли и другие. Автор сценария и режиссер Джозеф Конг. Китайское кунг-фу — довольно сложная для изучения дисциплина. Более всего, это касается стилей из Шаолиня. Пять стилей — дракон, змея, тигр, панда и журавль. Стиль змеи достаточно сложен относительно других, поэтому мы его пока оставим. Все вы, мои ученики, очень разные, поэтому каждый из вас будет изучать отдельную технику. Все пять стилей являются частями одного целого, поэтому они сообщаются между собой. Смысл в том, что у каждого из вас будет свой стиль, но вы сможете действовать сообща. Вон Тин Лунг, ты очень смышленый и внимательный, поэтому я научу тебя стилю дракона. Чан Юлу, ты силен, к тому же довольно умен, поэтому я научу тебя стилю тигра. Да, учитель. Чоу Юфа, ты учишься уже очень давно. У тебя сильные руки, поэтому я обучу тебя стилю панды. Чун Читу, ты очень чутко чувствуешь каждое движение, поэтому я обучу тебя стилю журавля. Да, учитель. Учитель, как сообщаются эти стили? Все это объясняется в специальной рукописи, которая у меня есть. Позже я передам ее вам на хранение. Придет время, и вы все поймете. Учитель, почему вы не можете доверить нам эту книгу сейчас? Подходящее время еще не пришло. Мы, китайцы, забываем наследие боевых искусств, но оно
сохранено в этой книге. Учитель, это правда, что японцы постоянно притесняют китайцев и пытаются вторгнуться на нашу территорию? Они украли некоторые секреты кунг-фу, увезли их к себе в Японию и вскоре придумали свое кунг-фу под названием карате. Братья, нужно разделиться и обыскать здесь все. Если увидите кого-то подозрительного, узнайте, кто они и зачем пришли. Но далеко не уходите. Вы должны быть предельно осторожны. Хорошо. Кто ты? И что ты делаешь в этой части леса? Я здесь, чтобы спросить тебя о книге, в которой описываются пять стилей кунг-фу. И ты надеешься забрать ее с собой, не так ли? Как же ты прав. Вы уже здесь, мастер Тьен. Вы уже ходили к учителю Чену, не так ли? Да, я ходил. Так что? У него есть один очень умный ученик, Вон Тин Лунг. У него отличное кунг-фу. А где госпожа? Она уже здесь. Ты знаешь, зачем мы здесь? Из-за лучшей книги о кунг-фу, в которой описываются пять стилей Шаолиня. Я знаю. Я понимаю. А где Чутанг? Он уже должен был вернуться. Он снаружи. Пусть он притворится китайцем и попытается получить больше информации. Да, госпожа. Подожди-ка. Зачем ты здесь? Что ты делаешь в этой части леса? Я здесь, чтобы учиться. Хорошо, сначала ты должен пройти меня. Ладно, но я могу и покалечить. Hey!
прекратите. Чан Юлу, не нужно делать ему больно. Да, учитель. Приветствую, учитель. Кто ты? Меня зовут Чен Чутанг. Я хочу стать твоим учеником. Я слишком стар, чтобы обучать. Больше никаких учеников. Мне очень жаль. Ты слышал, дружище. Лучше бы тебе уйти. Чутанг не сможет победить его. Госпожа Фон Ти, ученики Чена — настоящие эксперты кунг-фу. Не волнуйся, у меня есть идея. Вот то, что я и ожидал. Чен Ван Лун прибыл сюда. Учитель, думаете, японцы разыскивают вас? Ты прав. Я слышал, как один из них хотел стать моим учеником, но его кунг-фу очень сильно напоминало карате. Брат, говоришь, кто-то хотел стать учеником нашего учителя? Да, и я побил его, но наш учитель почему-то отпустил его. Учитель, зачем вы дали ему уйти? Послушайте, мы не должны убивать. Также и потому, что он пришел с просьбой. С просьбой стать моим учеником. Я не мог повести себя так недостойно. Учитель, позвольте мне вернуть его. Не нужно. Юлу, я знаю, что ты достаточно силен, чтобы победить его. Но сначала получше изучи свою технику. Учитель, а ведь он пришел сюда в одиночку. Конечно, японцы всегда хорошо подготовлены, поэтому вы должны быть максимально осторожны. Учитель, если наши техники сообщаются, мы можем объединиться против них. Точно. Учитель, где секретная книга? Думаю, самое время передать нам ее. Если мы будем практиковаться хотя бы год, мы сможем дать отпор японцам. Но она... Учитель, вы к тому, что не хотите обучать нас тому, что описано в этой книге? Нет, это не поэтому. Я отдам ее одному из вас. Я согласен. Если книга так дорога вам, вам лучше оставить ее у себя. Брат мой, я не могу с этим согласиться. Что же это? Когда японцы придут, мы будем сидеть и ждать? Учитель слишком стар, а мы должны улучшить свое кунг-фу. Никто из нас сейчас недостаточно хорош для японцев. Учитель, вы должны принять решение. Ну хорошо, проведем небольшое соревнование между вами. Лучший ученик кунг-фу получит возможность узнать секрет. Что ж, неплохо. Рад сообщить вам, что ваши навыки улучшились за последний месяц, но я по-прежнему могу справиться с вами обоими.
Ну же. Отойди. Я с ним сам справлюсь. Остановитесь. Учитель, ваши навыки приблизительно равны. Очень хорошо. Так что насчет той книги, учитель? Вы отдадите мне ее? Учитель, где вы держите секретную книгу? Я держу ее наверху. Она заперта в надежном месте. Идем. Кто-то украл книгу. Она исчезла. Исчезла? Кто-то сломал замок. Кто посмел сделать это? Я знаю. Это тот человек, который хотел стать моим учеником. Смотрите, вот и учитель. Учитель, где секретная книга? Исчезла. Исчезла? Возможно, это сделал тот, кто просился ко мне в ученики. Хотите сказать, ее украли? Это все моя вина. Я был слишком беззаботен. Я найду его. Йолу. Приветствую, госпожа. Чутанг украл секретную книгу шаолиньского кунг-фу. Ты уверен, что это не подделка? Чутанг не может этого знать. Вот именно. Пусть Чутанг отнесет книгу к Чоу Юфа. Он определит. Вы имеете в виду одного из учеников? Да, он наш агент. Брат, в чем дело? Как считаешь, это настоящая книга шаолиньского кунг-фу или нет? Нет, это подделка. Подделка? Старик Чен слишком подозрителен. Он не доверит мне книгу. Скорее, он отдаст ее остальным. Значит, нужно что-то побыстрее сделать, чтобы получить книгу. Книга пяти стилей шаолиньского кунг-фу по-прежнему со мной. Та, которая сейчас в руках у Чоу Юфа, является подделкой. Не думаю, что я могу доверять ему. Поэтому я отдаю настоящую книгу тебе. Учитель, эта книга действительно настолько важна? Это единственная запись стилей и приемов, с помощью которых можно достичь высочайшего уровня. Кроме ваших дядей, никто так не владеет кунг-фу. Вот почему вы должны сохранить это наследие. Каких дядей? Вы про монаха Фучина и горца Фэн Йила? Именно, монах Фучин лучший. Он достиг невиданных до него высот в кунг-фу. Сейчас он находится в горах Тяньшань. К тому же, он разработал непобедимую защиту. Что касается второго дяди, горца Фэна Йила, он стал обладателем исключительной силы. Каждый криминальный элемент впадает в ужас, когда узнает, что он где-то поблизости. Учитель, я не понимаю, зачем вы нам об этом рассказываете?
Я принимаю все меры предосторожности. Вот и все. У меня есть сомнения насчет Чоу Юфа. Я буду пристально следить за ним. В том, что он делает, нет ничего хорошего. Послушайте, держите с ним ухо востро. Да, учитель. И еще, даже если со мной что-нибудь случится, вы должны будете позаботиться обо всем. Учитель, что вы хотите нам сказать? Вы должны отправиться в путь и найти своих дядей. Но не деритесь с Чоу Юфа, если встретите его. Сначала вы должны улучшить свои навыки. Я вас слушаю, госпожа. Что вы предлагаете делать? Не волнуйся, все сделает Чоу Юфа. От тебя требуется только небольшая помощь. Хорошо, спасибо, госпожа. Учитель, так ты вернулся. А где остальные? Второй брат отправился на поиски японцев. А что насчет остальных двоих? Где они? Чоу Юфа, к чему так много вопросов? Вы сказали, что книгу похитили, а на самом деле вы уже передали ее. Ты прав. Секретная книга не была украдена. Но я сделал вывод, что ты информируешь японцев. А вообще, когда ты использовал стиль змеи в поединке с Чаном Юлу, я заподозрил тебя в том, что ты заодно с японцами. Откуда вы знаете, что японцам известен стиль змеи? Потому что я хорошо знаю японцев. Они украли стиль змеи из секретной рукописи еще во времена правления династии Чин. И вот вы снова пытаетесь украсть книгу пяти стилей. Вы правы. Что ж, спешу тебя огорчить. Ты никогда не получишь секретную книгу. Ну-ка, стойте. Куда это вы так спешите? Второй брат, сдается мне, это не твое дело. Ты мне не груби. Я заставлю тебя забрать свои слова обратно. Второй брат, остановись. Ладно. А теперь можешь рассказать мне, почему вы не остались с учителем? По какой причине вы здесь? Второй брат, о чем ты? Почему ты задаешь так много вопросов? Я пытаюсь выяснить, где сейчас японцы и кто украл секретную книгу. Мы занимаемся тем же. Учитель хочет, чтобы ты побыстрее вернулся. Ладно. Я возвращаюсь. Брат, что это с тобой? Кем он тебя возомнил подозревать нас в чем-либо? Может быть, это он лжет. Почему я должен терпеть это? Брат, что случилось с учителем? Он был убит Воном Тин Лунгом и Чуном Чин Ту, этими двумя подонками. Так вот почему я их встретил только что. Ты видел их? Да, они направляются на юг. Они идут в горы. Брат, давай найдем их и убьем. Отомстим за учителя. Старший брат, пошли прямо сейчас. Смотри, это старший и второй брат. Они скачут сюда. Зачем они движутся этим путем? В разные стороны. Встретимся у озера. А ну вернись.
Второй брат. Заткнись, мерзавец. Второй брат, прекрати драку. Я хочу спросить тебя, зачем ты убил учителя? Учитель был убит? Значит, ты убил учителя? Забудь об этом. Если у тебя есть хоть немного мозгов, ты отдашь эту книгу мне, и тогда я отпущу тебя. Пошел ты. Учитель. Учитель. Ладно. Какое твое объяснение? Учитель был убит сюрикеном. Кто еще мог это сделать? Второй брат. У меня есть подозрение насчет старшего брата. Имеешь в виду, он объединился с японцами и убил учителя? Да. Я тоже так думаю. Когда мы дрались сегодня, он использовал другой стиль, секретный стиль змеи, чтобы победить меня. Теперь мне понятны сомнения учителя на его счет. Он сказал нам быть осторожнее, а из-за того, что ты еще не вернулся, он решил передать секретную книгу нам, мне и четвертому брату. В таком случае, мне понятно, почему Чоу Юфа сказал, что это вы убили учителя. Как это возможно? Наше кунг-фу не сравнится с его. К тому же мы ушли еще утром, а учителя убили в полдень. Теперь и понятно, почему Чоу отделился от нас. Решил сделать из вас козлов отпущения. Что же нам теперь делать? Продолжай идти вместе с Чоу Юфа, а я встречусь с четвертым братом. Когда мы втроем объединимся, мы будем способны справиться с японцами и отомстить им. Согласен. Пошли заберем книгу прямо сейчас. Учитель, покойтесь с миром. Ваши три ученика не оставят вас неотмщенным. Похоже, те два парня — это его ученики. Мы знаем, что вы двое ученики этого старика. Отдавайте нам секретную книгу, и мы оставляем вас в живых. Что скажете? Идите к черту. Будь ты проклят. Сукин сын. Я убью тебя прямо сейчас. Бежим!
А теперь слушай сюда. Секретная рукопись пяти стилей кунг-фу принадлежит китайцам. Вы, японцы, никогда не получите ее. Сейчас я оставлю тебя в живых, но чтобы я тебя больше не видел. А теперь убирайтесь. Эй, третий брат. Четвертый брат. Ты уже здесь. Ты в порядке? В порядке. Конечно, я не смог справиться с Чоу Юфа, но я использовал технику отступления. Мы со вторым братом узнали, в чем дело. Это Чоу Юфа убил учителя. Ты уверен? Так вот, почему он все время спрашивал о секретной книге. Точно. Он информатор у японцев. Они хотят заполучить книгу и планируют вторгнуться в Китай. А что насчет второго брата? Теперь он все знает. Почему его с нами здесь нет? Я сказал ему пока что не выдавать себя, а подождать, пока мы не объединим усилия. Тогда мы разгромим японцев одним ударом. Это хорошая идея. Тогда, брат, нам нужно усердно тренироваться, раз уж нам придется драться с ними со всеми. Третий брат, думаю, я лучше передам секретную книгу тебе. Насколько я помню, учитель сказал каждому из нас выучить свой стиль. Изучив техники из этой книги, у нас не должно возникнуть проблем с Чоу Юфа. Третий брат. Третий брат. Посмотри сюда. Смотри, что написано на этой странице. Стиль журавля основывается на чувстве, а стиль змеи — на силе. В данном случае стиль журавля превосходит стиль змеи. Змея не успеет укусить журавля. Чоу Юфа владеет стилем змеи. Ты должен изучить стиль журавля, чтобы победить его. Ты прав. Научи меня. Третий брат. Посмотри, что здесь сказано про технику тигра. Тигр тяжел, но журавль легок. Союз этих техник наиболее могущественен и обладает достаточной силой, чтобы одолеть технику змеи. Понимаешь, о чем здесь говорится? Мы можем использовать технику тигра и технику журавля одновременно. А ты точно уверен, что второй брат поможет нам сражаться против Чоу Юфа? Конечно. Сейчас он просто притворяется перед Чоу Юфа, что до сих пор верит ему, но только до нашего сигнала. Это хорошая новость. Я физически самый слабый из учеников, поэтому учитель обучил меня технике отступления, чтобы я мог сбежать, если не справлюсь с противником. Хорошо, ты должен обучить меня и этому. Я обучу. Смотри внимательно. Брат. Брат, ты в порядке? Да. Для начала нужно пригнуть колени, затем глубоко вдохнуть, и потом взмыть в небеса. Госпожа, поступила новая информация. Дай-ка мне.
Это Чоу Юфа. Он нашел, где сейчас Фэн Йела и где спрятана книга. Это хорошие новости, госпожа. Отправь людей. Он мне нужен живым. Третий брат, смотри, как я запрыгну на это дерево. Брат. Брат. Третий брат. Они идут. Уходи быстрее. Быстрее. Ждите здесь, я сам с ним Твоя техника журавля недостаточно хороша. Значит, ты Вон Тин Лонг. А ты в хорошей форме. Говори, где книга. Если ты отдашь ее мне, я оставлю тебя в живых. Могу даже предложить большее. Госпожа, давайте убьем подонка. Нет, пока что запрем его. Возможно, он нам еще пригодится. Старший брат, я взял Вона Тин Лунга живьем. Взял живьем? Этот ублюдок убил учителя и украл секретную книгу Шаолиня. Значит, сейчас эта книга у тебя? Нет, у меня ее нет. Но уверен, что скоро я ее получу. Уверен, что получишь. Брат никогда не отдаст ее не тому человеку. Второй брат, ты же предан мне, не так ли? Конечно, я полностью доверяю тебе. Это очень умно с твоей стороны. Просто следуй за мной и будь уверен, что с тобой все будет в порядке.
Иди посмотри, что там за шум. Да, уже иду. Черт возьми, кто-то помог этому ублюдку сбежать отсюда. Быстрее, все сюда. За ним, ищите его. Брат. Второй брат, спасибо, что спас меня. Их слишком много. Нужно убираться отсюда немедленно. Но сначала я должен забрать секретную книгу. Где ты ее спрятал? Наверху, в пещере. Взять его. Второй брат. Брат, как ты? Второй брат, я использовал стили журавля и дракона вместе, и все равно не смог победить Чоу Юфа. Я внимательно наблюдал за ним. Чоу Юфа владеет техникой змеи и панды, а еще он знает карате. Я знаю, должно быть, он японец.
Брат, давай я обучу тебя технике тигра. Ты уже знаешь технику дракона. Совместно с техникой тигра и журавля ты сможешь побить его. Спасибо за твою помощь. Ничего особенного, но стиль тигра наиболее полезен, если ты не можешь победить врага. Так как ты пока не можешь победить Чоу Юфа, я покажу тебе основы техники тигра. Хорошо, давай попробуем. Брат, если Чоу Юфа до сих пор хочет получить книгу, чтобы изучить пять стилей, у нас есть возможность справиться с ним. Тебе уже известен стиль журавля, дракона и теперь тигра. Все, что требуется сейчас, объединить это все. Возможно, с помощью этой комбинации ты победишь. Спасибо за твои наставления. Теперь нас осталось только двое, чтобы защитить секретную книгу от японцев и отомстить за учителя. Думаю, я должен научить тебя еще кое-чему из техники тигра. Давай. Смотри. Слушай, ты должен больше использовать ноги и руки. Хорошо, брат. Ну, что скажешь? Хорошо. Ты быстро учишься. Есть еще кое-что. Еще один прием техники тигра. Умение взбираться по вертикали. Этот прием используется для отступления. Смотри. Второй брат. Чего тебе нужно? Я хорошо к тебе относился, а ты предал меня и помог Вону Тинлунгу сбежать. Я знаю, зачем ты пытаешься прибрать к рукам эту книгу. Это ты убил учителя. Итак, ты решил отомстить за старика. Достойный поступок. Чоу Юфа, не переоценивай свои способности. Ты меня не испугаешь. Хорошо, если ты не боишься, я тебе докажу. Давай. Ah!
Ладно, уходим. Давайте, быстрее. А вот и предатель пожаловал. Тебе повезло, что ты еще жив. Чан Юлу послужит тебе примером. Ты умрешь так же. Чоу Юфа, ты убил учителя и убил второго брата. Ты гнусный предатель. Это ты должен умереть. Конечно. Давай. Yeah.
Тебе известен секретный стиль. Наконец-то до тебя дошло. Но уже слишком поздно. Береги дыхание. Учитель, наконец-то вы вернулись. Да, учитель. Чутанг мертв, но не беспокойтесь, мы все еще живы и преданы вам. Он до сих пор жив, этот ублюдок Вон. У него отличное кунг-фу. Должно быть, он лучший ученик. Он очень нравился учителю. Он оказывал ему посильную поддержку. И все же он остался один. Это маленькое утешение для такой большой проблемы. Я знаю. Но я уже установил контакт с чемпионом Квантуна, и он будет драться за нас. Это хорошо, очень хорошо. Неважно, сколько это будет стоить, но нам нужна его помощь. Учитель, вы знаете, где сейчас прячется Вон Тин Лунг? Честно говоря, понятия не имею, куда этот ублюдок направился. Но в следующий раз ему не сбежать. Я точно убью этого сопляка. Чутанг тоже считался хорошим бойцом, но был убит. Я считаю, что вы должны быть осторожнее в драке с Воном Тин Лунгом. Не беспокойся. Теперь книга у нас. Я изучу ее содержимое и потренируюсь год или два. Я стану абсолютно непобедимым. Вон Тин Лунг не уйдет от меня. И когда этот день настанет, мы все сможем насладиться плодами наших трудов. Спасибо вам за все, что вы сделали. Дядя, Чоу Юфа предал нас. Он убил нашего учителя, а также второго и четвертого брата. Они мертвы, а книга украдена. Секретная книга Шаолиня. Хочешь сказать, что теперь она в руках Чоу Юфа? Это большая проблема. Но ты пока не должен идти и сражаться с ним в одиночку. Ты должен остаться здесь со мной. Я научу тебя всему, что знаю. Отлично, учитель. Вы правда превосходны. С этой книгой прогресс стал заметнее. Теперь, когда вы освоили технику непобедимой защиты, никто не сможет одолеть вас. Что ж, теперь начнем обучать вас наиболее простым ударам.
Ладно, парни, попрактикуйтесь еще. Очень хорошо. Ваши навыки все лучше и лучше. Скоро вы станете настоящими мастерами. Скоро будем готовы ко встрече с Воном Тин Лунгом. Теперь, пробыв здесь последнее время, ты полностью восстановился, и ты улучшил свои навыки. Теперь ты владеешь 5 стилями и техникой стальных пальцев, но, боюсь, Чоу Юфа пошел дальше. Возможно, он даже освоил технику непобедимой защиты. Ты по-прежнему ему не ровня. Но сейчас увидим. Я хочу, чтобы ты дрался со мной. Тогда и выясним. Я хочу увидеть всю твою силу, но ты не должен будешь бросать тренировки, чтобы достичь успеха. Да. С тех пор, как Вон Тин Лунг сбежал, он как будто исчез. Вы все бесполезны, все вы. Идите и найдите его быстро. Слушаемся. Но помните, он нужен мне живым. Вас здесь было двое. Где второй? Ah!
Кем вы себя возомнили? Как вы посмели напасть на монаха? Спасибо. Спасибо. Не стоит благодарить меня. А вы еще кто? Зачем вы пришли? За Воном Тинлунгом. Вон Тинлунг. Простите, но ничем не могу помочь вам. Мы научим тебя проявлять больше уважения. Нападайте, если осмелитесь. Oh.
Кто-нибудь, сюда быстрее. Нет смысла орать. Никто не придет сюда, там никого нет. Положи нож. Вон Тин Лунг, теперь тебе от нас не сбежать. Сегодня ты умрешь. Хорошо, раз вы так хотите драться, взять его. Вон Тин Лунг. Я смотрю, ты еще жив. Я смотрю, ты тоже. Но это ненадолго. Ты гнусный предатель. Ты не прав. Как же я мог предать свою страну? Я японец. Самурай. Ты притворился китайцем. Заявился сюда, чтобы украсть секретную книгу и убил учителя. Этого я не отрицаю. Я получил, наконец, книгу. И скоро моя страна захватит весь Китай. Если ты не глуп, сдавайся. Я пощажу твою жизнь. Прекращай это. Все это чушь собачья. Давай, наконец, выясним, кто лучший боец. Хорошо. Тем более, я давно хотел это выяснить. Я
Ты используешь стиль дракона. Да, это стиль дракона. Ты всегда был самым лучшим учеником. Теперь я хочу посмотреть, настолько ли ты хорош. Ладно. Стиль змеи. Я тоже его использую против тебя. Тигр. Ну давай. Панда. Ну ладно. Стиль журавля. Я знаю, что ты знаешь технику защиты. Думаю, я смогу пробить ее стальными пальцами. Фильм перевел и озвучил Честерфилд.